Ходить и играть. Шары Одного погонять, живого, да? интересно. Да, вообще заебись, я сегодня так рад был. У меня у друга дом стоит. Шары покатать чисто. Не, бильярд вообще нормальная тема. У меня так много было после сегодняшнего. И хуями. Блядь, я так и знал, я так и знал, я так и знал. Сори, блядь, сори. Я просто, знаешь, я сидел, ждал. Вот, я просто сидел, думал, ну, бля, либо сейчас я это скажу, либо кто-то другой. И я вот думал, вот кто нахуй. Сунечи, пожалуйста, не кидут, блин. Че, мордаун тоже шипы спикнуть или меня в ретрику? Ну, даже не знаю, кого убьет первым. Мордаун-то в шипы. Наверное. Ну, на синдре, наверное, попрофитнее его будет. Или, или просто в шестого хила. Холика. Скорее всего, лучше в шестого хила, мне кажется. На синдре, да. Или меня. Нет, там танк тоже важен. Начнем с этого. Не, но тебе надо по-любому быть в хпале, чтобы, если что, освобожденка кидалась. Потейте нахуй. Спасибо. Побольше ДДшника. Всех благ тому, кто это сделал. Тебе того же. Че, две собаки сыграли? И Кия с хуем. Кия с хуем. Осуждаю. Да четыре у собак, у совы не выбирает, куда ты. Ну, там только ты, таргеты, с которыми в компоте ты или один из твоих союзников. Роли. 25 саранитов, опять сюда 20. Ты куда, блядь, ее ролишься? Ну, Шем собирал тоже, да? Я? Да. Вентилятор. Но у меня же осколки на ДК-то висят. Я понял твой план. В смысле? Тут палочка, ну, там поняли. Палочка, нахуй. Там волонирчик, тут волонирчик. Вот и собралась легендарочка. Не, ну, пока что я все не играю, я что на ДК-то не играю. Погнали, ловушка. А легендарку-то хочется все равно. На ДК, может, я как-нибудь там сам соберу. Делай удочку. Легендарную? Ну. К сожалению, я не рыбак. Ловушка. Да специально водит, наверное, душу фармит нас. Какие души я в этом, блядь? А, взял в руки Шим один хуй. Ну да. Вернее, не Шим, а это Грань. Ну да, что Шим, что хуй, одно и то же. А какие там квесты? Какие там квесты на палку до осколков? Так же, типа, души, да, типа... Сначала заезд и кровь там. Собери. Там просто есть первоначалка, там есть первоначалка на цепочках. Блять, комбат прокнут, ебаный бастон. Опа, сюда. Сюда, Тенка. Нахуй, отсутствие энергии. Так, одна, ничего, одна душа, на. Кому колба нужна? Да, заходи, зайдешь. Не, просто зайдешь. Спрашиваю. Зайдешь, заберешь, ну, все, заебал нас. Нужна, заебал, зайдешь, заберешь, я сказал. Ну, соберу вторую. Там ты, Юля. Так, рыба. А у тебя лепка хэмоска, да? Да. Если бы она выпала раньше, у меня бы вообще те же был. Мне что-то казалось, что у тебя это обычно. Нет. Давай шкаф. У меня дониная колба, чтобы ты понимал. Пацаны, кольцо с мастерством выпадет. Да. Не вытерпела душа поэта. Я твоя мать. Хуяси. Че, пристабав можно? Нахуй мне сумочки, я тут. Что он там? Не Юля? Витя говорит, что меня вытряхнет. Там стоит... Чё это за аура, конец? И угрожает мне. Правильно делает, но... Мурлокос. Когда будет 8 стаков, потом будет едкая гниль, вот после едкой гнили забираешь. Так, наверное, Вилаша первая, у нее же на... Ну, Вилаша будет... Вилаша первая на 8. Ну вот, ну я знаю, что после 8... На 8.
После восьмого стака будет едкая гниль. И вот после каста заберешь. Ладно, ладно. Притон в демоне или в дестрике? Демоне. Вообще похуй. Я просто думал встать в миле, а поля что-то темп поставит. Варда да. Варда да. Танка походу. Варда Д один летит. Рома, ты чё, Ром? А я чё, встали, окружили со всех сторон. В итоге я начал плевать и пили. Понял. Ебать, вся милизона. До свидания. Ай, красавчики. Лыбки уменьшились. Блять, не успел отбежать. Варда. В миле. Только кинул споры, блять, и кинул блевотину. Чекай, как раз настоящий. Варда Д. Варда Д. Хан. Из-под босса выйдите кто-нибудь? Боже, пофига. Варда Д. Что? Кое? Джанатский? Я не знаю. Если он не нужен, то выкидывай. Мели. Че там, Катрисик, как оно? Летит. Пошел нахуй, посмотри на размах, который не дамажит. Ой, ебать, рога ГЦ. Какой нахуй, смотри, блядь. Тут ты посмотри на меня, посмотри на себя, блядь. Нахуй. Посмотри, сколько здесь я дал и сколько на сурке я дал. Чмо, блядь. Поговорили. Осколок там, Слава. Ага. Консул жми. Да, у него нет аддона. Вань. Ну просто отдай ему тогда. Они никому не нужны. Чё? Вот эти ступни нормально будут? Ну с ТТГ лучше. Они просто больше дадут. Если нет ТТГ, то можно не тянуть. Не, у меня есть ТТГ, и там чарка на 68 СПД. С ТТГ больше дадут. Да. Можно пояс взять, в принципе. Ну, ссылка. Так, ступни с ТТГ лучше будут. На поясе на крит чарка. Кровь-то. Этого лидера скинул. Ну, это пала Никика, там восьмой же кинул. Что, за травмой пошел? Ага.
Ёбаное все нахуй. Если за... что, колечко надо. И завоять. Мастерство. Сейчас, Юля, дам лидера. О, этот конюк. Лутера. Ай, да, окей. Забирай. Отойду. Все, осколок забрал, Юль. Там распределитесь, кто где стоит, РДшники. А что, у нас никому травма не нужна? Да, да нет, вроде. Я могу себе забрать ее. А что, у кого-то можно баночку ПД попить? Шкаф поставьте. Что, мне слизни водить? Планету Элема не дамажит. Да? А? Слизни получит. Элема не дамажит. Ну так хотя бы для приличия, Лёх. Водишь больших с большими. Да, ассисты там. Большие с маленьких сводишь. Да, примерно представление есть. Так, чтобы хотя бы алкаш нависел. Огро ни хрена не набирается. Ну, удачи. Мишке сложно будет водить из них. На ренджу по двое стыньте. Сколько у тебя на гнили, Лёх, вышло? Да, что-то 18, что ли. Так же, как у меня. Давай Юля поводит это. Я обливал 3 раза. А, понял. Юля водила, пускай поводит. Давай, Мурлокост на боссе, Юля поводит. Я 2 раза блеванул. Стена пулы в Мурлока. А то пула. Ему тяжело будет забирать. Окей. У ворот Пасифея Войд, слева не люблю Миддарк, справа Шелфир Мудфокс, и сзади кто там, Хэлла и Притон, да? И притон. Да без разницы. Просто на ренже скажи, где стоять, и все. Я вот не сказал, по стоит на ренже. Где я с Мэтфоксом стою? А на Мэтфокс иди. Без разницы. Просто на ренже кто стоит, скажи, и все. Ну, все РДД. Все РДД и танк 9. Че, призм, 2-й шанс на кружку, блядь? Транкило, мордаун. Готовы, да? 5, 4, 3, 2. Мы Гера жмем или без Гера? Да, жмите Гера. Клава, дай сальву. Я на друиде. А, Вархиль, дай сальву. Ты же свою заюзал уже, что ли? Да. Нормально, Джон Буря, блядь. Ретрики балансные, да. Буря в целка. Тут же трэш. На пульте на Мурлокоса там. Все 3 на пол, 4, не сколько там. На пулю. Че, он срывается? А, ебать, я дам. Не, сейчас более-менее. Я, конечно, в ахуе из того, как кружка ебет. Ее че, апнули или это от спека зависит? Нет, со мной и так ебало всегда. Просто это типа 260-е трене. Это не факт, но это под фетиши нахуй. Ну ты видишь, я сколько, блядь, держу это пиздец. Ибо меня вытянули с того света, блядь. На пулы сдавай.
большой. Ты не сорви там. А желание по себе сальву. 5 секунд КД. Так уже на сезне. Угу, готовимся. Может забагается, может быть. Ебать, он налил классно, блядь. 5 стаков. Взрыв. Убежали. Блять, морда, он там пизда с тобой. Гимдал. Спокойся, спокойся, гимны, прожимки, все. Пиздец. Понял. А с вами чё? Чё, не отбежали? Ну, я прожимку отдал, чтобы они выжили. Хэва вставалку. Захилил. Там... Нам там немножко не повезло. Лёха, дай гимн на хп. Транквилла, Друтин. Отвести АБР. На рейнич. Да, следующий гимн дай. Скажешь, когда. Ой, Катрисия. Катрисия, давай Войду. Призом вставалку. Убав даем. Гош, что ты? Данила, прям сейчас, прям сейчас, прям сейчас, прям сейчас, сейчас. Отличные новости, народ. Ой. ДБР. ДПСились нахуй. Да ДПСились. Мурлок есть БР. Ладно, ладно, уже. Вставай, вставай, бей. Только после блевоты. Блять, после блевоты. Убегаем. Уже. Раньше наберите. Наберите слизняка, пожалуйста, с меня. Пишите, да, этот. Отойди, кто там сзади мне шипешник. Отойди, кто-то, чтобы мы не вливали вместе. Взрыв. Все, все, все. Бегим. О. ГЦ рога, ебать. Осколок. Просто нахуй за двух боссов отделали пацана. Что там еще до герма выпадет? Ты че, ладно, Никитос, подумаешь, 14-я взломана. Какая находится? А чем на каком? Я ходил в основном за штанами. Ну палец мне выпал, блядь, недавно, пару куда назад. Ой, блядь, не скрипнул. Дэн. Мурлокост, я нахуя эту хуйню. Ну, на мишку. Будет капуста. Дороги, да, ебать. Без кольца на медведя, если чё. Ну, это роги, зачем? Да. Зачем тебе на мишку? Слава, сам медведь, он не шарит, да. Его нужные шмотки. Я не знаю, это типа это кольцо роги надо, блядь. Лёха, заходи. Ну, на дороге, да. На мишку, так на мишку. А чё, у тебя не хардкап, Макс? Нет. Нет, у меня вообще кольцо, вот, защита уклонения. Не, ну чё, у Мурлокоса там, ну блин, не так уж и много приора было. Расстроен, на роге надо еще чаще появляться. Будет собирать такие вещи. Я его первый раз я не вижу. Кто-то в крысу сдал квест. Угу. Я понял. Какой квест? А сейчас можно глянуть, кто. Нужно идти. Ну я сдал, никто не бежал. Я думал, вы все бабочки сделали. И рогой ходил. У меня засчитало. Ну да, оно засчитает всем. Давай шкаф. Алицит? ГЦ? Угу. Ну или там наверху. Какие охуенные 750 УД, нахуй. Два качка за желтого. Ну, вечно холодное. Самое кольцо. Кому нет? Пикайся, наверное, этот... Мурлокос. Сову. Лёха в Обаму. Попасть.
тыкните на том. Окно открыто, блять, было, я без носков, ноги замерзли, как у ноги как у утопленника, нахуй. Ляха, в танка стыкай. Вздутые, блядь. Холодные, блядь. Целься, ты про что? Рога, знаешь тактику? Эй, год, тактику знаешь? Ну все. Утера там поставь. Дайте стамины. Так, лутер на тебе. Кстати, дайте фул пристабов, пожалуйста. Иди пей куклу, пока походаем по рыбу поедим. Первый я Таунчу, второй Хурдинг, третий Авелания. Авелания, по-моему, не видит. Или уже видишь? Лев. Да я чё. Уже вышли. Слезняя игра. Сразу переводим. Смотрим дебаф. Если зеленый в треугольник. Успейте добежать. А чё это за нахуй? Это за облако газа, нахуй, что это было? Кто-то не пришел? Либо кто-то не со своим дебафом... Либо кто-то не со своим дебафом забежал. Это еще откуда? Ты смотрел? Духи не можешь дисплейнуть? Нет, не получается. Только хилить могу. Вот есть кнопка спрыгнуть, блядь, с этого ебучего облака. Ну чё, Шелфир, ты, ну, дошёл он у тебя, получается? Нет, он не сдох. Меня откинуло. Откуда он откинуло? Где? Зелёным слизнем. Ага. Хуёво. Я делаю круг. Круг делаю. Талка есть у кого-то? Мана. КД, все потратили. Мы с Лёха потратили. А меня здесь и нет. А, ну. Я теперь паладин. Он теперь в нашей секте. Розовых, блядь, срывающих огонь. Секта розовых? Не, я агро не срываю. Я агро набиваю. Они напуливают, блядь, вот и срываем. Не напуливают, блять. Как будто бы предел агра, типа, вообще не ограничены. Лучше, что были хилы мочать, я на пул мочали. А, сразу хули напулил. 700 миллионов тысяч агра, блять, отдал. Танка и все, нахуй. Ну, блять, за секунду. Ну.
В следующий раз на пуле в два раза больше отдал, блядь. Бля, был нормально. Эти ретрики, блядь, по 1% набирают. Угра так-то потолок есть, блядь, который вы пересекать не должны. Это понятно. Ну вот, блядь, причем... Не, ну я тебе не сорвал ни разу. Скажи. Ну, блядь. Я в себя сальву отдаю. Т4 не сбалансировано по агру, 5. Т5 уже сбалансированы. Угу. Почти на 3, на 6 воронок накопил, короче. Сколько они? 30, знает. 35? 30 с рук. Леха, с рук, ну, блядь, покупай. Не 4 на полу, чтобы от них что-то зависело. Аука 34,5. Я типа для прикола даже на сурке попробовал, когда один из нас умер, попробовал дать на пул и поклевать полный трэш. И он все равно съебался оттуда. Где притон мертвый? Да, забей. Потому что у вас генерация какой-то... игра, в принципе, больше. Типа это никак не исправить. А вот, давай только шкаф. Не бить. Спасибо, Илюха. Пожалуйста, обращайтесь. Карен Саныч, добрый день. Привет. Леди с первого раза отлетела, вот просто дает. Так, я 8 пока кикну. Чтоб не мозолило. Стелсы, Ломаночка, Трисси, Юля. А помните, как я проф тут... стелсы сложнее, чем лич? Ты долго там коврик будешь сметать? Всегда. Слава. Чё? Я могу на лану зайти на варе? Нахуя? Я щит не хотел хочет. Слот. Лапку дайте. Тут цинка нахуй не нужны. Ну, кстати. Воля, там мы проходку продаем, если чё? Нихуя себе. Есть покупатель, вчера сам отписал. Да нам бы этого лича бы хотя бы трая со второго убивать, а то мы, блин, можем... Так а чё, мы бля, лича из первого трая закрываем? Ну, смотри, не, ну если минус один, за 100к человек есть. Проходка 150к. Сотка. Вообще. Вчера узнавал в другие сотка. Нет, за 150 сотка. Сейчас продаю только энзо. Пей куклу, едим рыбу. Ну, как-то лича дойдем. Все равно тело еще не трогал в онлайне. А, ему только вот. Лич нужен? Я, ну, я щит заберу, так. Скорее всего, напал. Бабните при стабах. У тебя что, щита нету? Нету. Вагон. Здесь ты решил все щиты, да, позабирать? Ну а что, пусть лучше нам, чем кому-то. Кто там стал? Блять, лужа лежит, короче, от колы этой. От кружки. Я думаю, проф. Проф нарыгал, да? А я не вижу лужу. Слизня. Да у тебя патч минус все анимации. Да. Один процент смотрим. Это с дебафом зеленым идем. Мардаун, беги. Он квиллерит нищету меня. Захиливать помогаем. Так, я резну дрют инвалида. Вставай. Быстро вставай. Быстро вставай и отбегай. Пельмень. Да, выйду. Пельмени полетели аккуратно. Сейчас еще одни полетят.
Прислушайтесь. Прислушайтесь. Красный. Берегитесь. Так, Катрисия Иннер в Транквил. Вела не беги. Друид инвалид в Архиле. Уже. Берегитесь. Меня нашли. Подальше от буса стоит друид инвалид, чтобы такого не было. Мэтт Фокс, Иннер в Транквиллу. Мурлок, Иннер в Архиле. Выходит, мне удобно. Еще лужа, выходим. Выходим лужа. Катрисия по Транквилле, Иннер. Иннера все в Катрисе. Красный вышел. Ага. Сами там давайте. Так, когда же смотрите около. Сколько мы. Красный. Пельмень. Красного игра. Подкаст. Ну захильте его, ебаное все, блять. Пиздец. А сам да что? Чуть не сдох сейчас. Не сдох бы. Стоп, по боссу, отошли, убрали автоатаку, петов убрали. Зеленого. Вот зеленого убьем, после него будем переводить. Смотрите, лужа сейчас выпадет. Захиливаемся, добиваем профа поближе и переводим. Дебафы смотрим, красный, зеленый. Берегитесь. Пельмени. Пельмени отошли. Близко. Так, дебафы смотрим. На сейв готовим. Помогаем хилам, если кто-то сдох. Ой, ты в Архиле выкинешь потом. Иннер. Ну пиздец, хилить-то будем, нет? Я в ахуе, блять. Беги. Друид инвалид резвый в Архиле прям сейчас. Так, я готовлюсь таунты давать. Я геру жму. После первого буду давать. Сейчас буду. Геру жмем, бьем. Тотем и гимн на ману. Все, отдаем в Архилю, не могу пока Эндер закинуть. Кстон килл. Забрал. Смотрим, лужа вышли. Лужа РДД вышли. Берегитесь. Пельмень. Забирай. Катрисия Иннер в Архиле. Следующий, кто там таунтит? Авилань, этот Хулидринг. Сколько на тебе? Так, что-то я, блядь, далеко был. Воид, дай в Транквиллу, Иннер. Я занят. Сейчас не могу. Авилаша, два стака. Авилаша. Три. Короче, забирай. Ой, пиздец, нахуй. Давайте, забирайте там. Забери, ёбаный в рот! Сейчас вот этот заберу, не трогайте. Ой, блять, полностью. Ладно. Лёха, забери быстрее. Сейчас вот этот стончу, блять, если успею. Не успел. Я забрал. Ладно, следующий тогда стончу. Так. Забирай, Лёха. Опять на мне три. Сейчас следующий тогда я заберу. Там добью у тоже. У меня один так. А, ну все, тогда просто добиваем. Просто массивы отдайте все и добиваем.
Угу. Всегда 100 колб. Ну, бывает и такое. Да, такое вообще часто бывает. Зачастую, скажем так. Ебать, 11 по ДПС. Хорош. О, вот это мне надо. Да, оно всем надо. Мне 25 штук таких бы надо. Притон. Так, сейчас я тебе ДС дам. Поставь там ГБ где-то. Поставил. Подбегу. Там ревностный Лехи сработал, по-моему. Да, Лех? Призан хилер. Омар, да, он подошел. Не уроните только. Ревностные 2 минуты, когда. Сейчас расферяем нахуй всех. Так, притон на открывай. Дай лутера. А сколько не было, да? Вот ты РЛ, ты дай лутер сам. Потом на Ясланы зайду на этого напал. Только две пачки нягрите, съебитесь, блять, кто там. Ну, типа, не в мир иной, блять, я имею в виду. Ну, я как обычно, да, сферы подбиваю. Да, такова участь, нахуй. Охраняющих танков. Шаманов теперь. Охраняющих танков по ДПС, понял. Никто не мог предвидеть такой роковой финал. Завтра, Пак, короче... Что-то хорошо начиналось. А начиналось так красиво. Здорово. Чего? Завтра, говорю, идем в ЗС на пол. До победного. Джайну решил? Ой, блядь. Илаш? Ой, блядь. Сука, Вайш решил? Всех нахуй назвал. Всех назвал. Только при чем тут Илаш, я не понимаю. Бля, хуй тебя пойми. Она просто тоже рейд босс. Она биг босс. Биг бэд босс. Юля, представляйся, ты есть в каком-то из рейдов босса? Юля тоже лут будет раздавать. Я приду сквозь злые ночь. И отправлюсь за тобой. Давай, ты пока... Ты где дотка, ёбаный ты? Пока трэш убьём, можешь сыграть на гитаре. Слышишь, Огра? Туда, где солнце? Проклятый старый дом. Я посмотрел, там вообще, блядь, легче, чем, блядь, кель, нахуй. Это вайши, блядь. Да? Ну всё, тогда идём убивать её, нахуй. Ну вообще, изи там.
Там Катрисия будет ключи... Релайн, ты же мне уступишь, да? Ну, ключи собирать. Ноги-то уступишь мне? Понадобится твой скилл кидать мячи. Вот эти закану, чё ноги? Какие ноги? Неплохая была. Нужны ноги. Пока. Кто понял, тот понял, да? Надо мем сделать, кто понял, кто не понял. Там вообще-то эстафета. Кто понял, тому скоро придет пенсия, блядь. Кстати, вы вчера играли в свою игру? Кто понял, тому пизда нахуй. Не было. Какую игру? Сегодня можно попробовать. Ну, свою. Можно сегодня попробовать. А может мы лучше вылез и пойдем? А может мы в Накс сходим лучше? Может мы лучше, блядь, сходим в ЦВК 10G? Еще трэш. Сейчас придет. Куда ты разлёгся, Мордан? Бич. Лёг спать. Запомните, земля настолько любит мою задницу, что не хочет пускать её. Чё там, мобов нету? Да и нахуй они нужны, блядь, пошли. Кто на боссе, на каком? Я на двух, как обычно. Только не сорвите. Вот это уже труднее. Другой вопрос. С ретриком, блядь. Типа, блядь, бегут. Вы знаете цену всему этому, блядь. Это сверхзадача. Опа, ща придут. Смотрите. Идут. Пиздец. Зачем? Не надо! Нихуя себе, блядь. Тактика. Видишь, когда он этот рывок делает, выкидывается. Срочно по работе отойти, вернусь к Синдре или к Личу. Так, стоп. Замена есть? Что такое? Замена нет. Упортуйся. Ровно 25 человек в онлайне. Отлично. Сколько верса принцов? Есть. Убедительная просьба. Ну, вот пока я их буду агрить, не бить. Да, не бить. Я знаю. Ну, это могу линкнуть на пол. Хотите подрочить на этот, на свой ДПС? Ну, будете потом. Кто на клещете? Лёха, это как? Не Юля. Бить. Просто не бейте, пока я их агрить буду. В смысле не бить? Бля. Не прикасайтесь даже. Нихуя себе. Так, потрогать. Так, понюхали, короче, это маленько. Ну, мне похуй, я стою просто с Верой, подбиваю, мне насрать. Уже можете на рейндж разойтись, скоро будет их. Ну где они, блядь? Вот он сейчас сокру дам. Бам. Где кинетик? На лестнице. Подбиваю. Ну, паладинов там пот течет у нас головы, блядь. Кто же, блядь, первый начнет дамажить и кто же больше ДПС даст? Нет. О, Талдана. На, тебе. Да я не бил там первую секунду. 10-15. Какая же хуйня! Не дают дамажить, понимаешь? Натуре, блядь. Ну. Лишает последней радости в жизни. Сами босса убивают. Одна радость в жизни была. Поразлить освещение, ну. Но ссать под себя. Нихуя себе у тебя радость в жизни, блядь! Обоссать босса с ног до головы. Хуёво тебе! Мне кажется, вдохновлялся челик, который сделал этот бонус, нахуй, игрой постал, нахуй, там же можно ходить, ссать её вокруг. Кир-4 бонус, уринотерапия. Ну, ты... Кель. Точечно. Принц Келес. Интересно, совиная хуйня бьёт? Да. Да. Сферы? Да нет, по-моему, нет. Ну, типа, вот этот сенсипант нас задевает. Костя, все равно. Они обещали, что сделают то, что не будут бить сферы. Да, вон у нас у троих 150 тысяч по сферам. Да? Это иду там. Да. Марк, ты что, в туалете сидишь?
Ёбаный кемесет, блядь. Хотя кусик смерти дараз. Один раз. Это пидорас. Факт. Тут, блядь, хуй поспоришь, что он пидорас. Нахуй я бью вообще, бля. Ну ёбаные волки. Ой, а там кинетику пизда, да, упала? Нет. Я приподнял. Поцеловал. Поднял, приподнял. Поцеловал, да? Главное, чтобы приподнял. Поднял, приподнял, поцеловал. Интересно. Да не шатать, это было, наверное. Пища для бичей. Пизда. Ну ладно, пятый по ДПС, все, заебись. Седьмой. Восьмой. Меня не хилили, блядь, 7 секунд. Не, пока седьмой, слушай. Ты дроник. Вышел с формы, кинул фотку. Ой, тресни бича. Он неправильно друид. Бича? А, ясно. Он неправильно друид, он делает неправильный сабхол. Лапку, каску пристабав. Неправильные друиды дают неправильную лапку. Неправильный сарфол дают они вот. Короче, сейчас если, блядь, выпадает мой воятель, нахуй. Сука. Хорошо, а что? Если выпадает воятель, забирает Катрисия, нахуй. Наверное. А как же этот, как его... Клятву хранитель? Да, это хранитель для лохов. Если ты воятель заберешь, я клятву хранитель заберу, нахуй. Охуел! Чисто, блядь, баш на баш. Одну из двух. Бля, когда Слава. Он там уже сдохнет, этот пидор-босс, блядь, ёбаный рот. Слава, давай надо сейчас падает воятель. Слава, слушай, давай если падает воятель, то я забираю этот щиток с этой Ланы. Да, Слава сегодня все щиты позабирает, не переживай. Это ебаный день сегодня. Да-да-да. Ебаный. Аккуратно там. Ебаный. Егоный. Его. Ихний. Его. Ны. Ихний. Егонный. Ихний. Блять, тихо, нахуй, чаруху. Все, угомонитесь, парни. Мордаун сейчас с ума сойдет, нахуй. Ихний. Заплотят. Заплотят, нахуй. Ты правильно говоришь, что заплотят. Ешь за все уплочено, да? Вот это вот. Пиздец, блять. Заплотят. Егонный. День у меня сегодня. А шо, я чик-чирик вот это вот. Я только привык, блядь, к слову бегим, блядь, вы еще куда-то не сочиняете. Бегим? Ну это когда в комнату на лича заходишь, там бегим, бегим, по краю бегим. И метерку, да, на холёне падает. Блядь, чё, побегаем, может, тогда поводим? Ёбаный волкилингр, нас остановить, нахуй. Чё ты, нахуй? 100 стаков будет. Так, дела, хлюдринг, резай этого бича, Мурлокос. Вака такая. Что-то резко. Резво, резво, блядь. А у деда, кстати, у него с одной воронки в другую, блядь. А чё это, кстати, у деда настроение появилось? Или чё, щит залутал, всё, настроение появилось? У деда член поднялся, он рад. Понял. Ну, без настроения сидел, муты всем раскидывал. Он хилил тогда. Раньше почему я такой злой был, да? Я хилил. Потому что сидушки на слепом, где у него не было. Сейчас он совинит. Стелси, ставь этот тотем свой, я дам ману. Осуждаем велосипед без сидения. А, ты пробовал? Ну ты осуждаешь, кто-то одобряет. Ну осуждают именно. Хули ты пиздишь? Мардан, ты тебе на ком-то... Ты все одобряешь. Дай их танквилу, Иннер. Да, я просто вспомнил, как я Абэму, блядь, смотрел алфавит, нахуй, поэтому повесил. Друид инвалид Иннер Вахи. Вон оно шо. А я-то думал. Да не надо мне Иннер, я на этом боссе не высохну. Сала. Сала? В жопу. Сала. А я думал Сала. Ну тогда друид инвалид, да, и к виллу еще один Иннер. Блядь, да когда он там уже сдохнет, блядь, а? Блядь, спасибо, папаша. Ёбаные волки. Вихри в тему ставит, чел. Чему так долго, ёбаный козёл, нахуй. Чё там, блядь, тут
ШПшник забрал. Там кинетика на другой конце комнаты, поднимите. Над келем, которая... Да. Я просто... Так. Квадратку поебаните, квадрат. Блядь. Да я, блядь... Как хорошо, что она от дотки повышается, блядь. Блядь! Ебать. Не сейчас еще одну... Ну я не успел добежать. Давай для прикола стопните по ней, давай, пускай третья, блядь, ачивку сделаем. Ты не беги, ты крути. Блядь, а чё, чё есть? Всё, стопайте по кинетикам, давай похлопаем, сейвы есть. Давай, по боссу бьём. Там окерели, блядь. Блядь, накурились, походу. Накурился? О, Мидар, дай гину хп. На нах. Ох. А там чё, рофль тебя? Мы ачивы делаем. Мне кажется, ачива на долбоебизм есть. Вот. Какой, блядь, бичи? Бичевода. Бичгода. Бичевода. Бичевода. Пизда мне, я, пожалуй, кредит сдам. Так, мы еще одну уронили, правильно? Я, получается, бичевод, я же бичей вожу, да? Ну, получается. Ну, получается так. Главное бич. Получается, ты, блядь, и сам из них. Да, натуре. Из этих самых, нахуй. Ну, из этих. Чисто предводитель бичей. Он, знаете, он... Как вот эта чарка есть. Опа. Крафт. Катушечка. Вот, катушку забирай, короче. Давай. Ебало в рот. Сука, и даже тут кольцо на меткость ёбаные не падает. Ёбаные волки, блядь. Ёбаные волки, блядь. Да ты катушку забирай, Захарыч. Да нахуй она мне нужна. Сразу будешь. Похуярить. Кто-то хрюкает. Сидец. Ты что, подумал, что это надо здесь? Ну да, я совсем же дурак. Мужики воида передамажил. О, блядь. Ой, блядь, что это, блядь? Мычание гиббона, блядь. Судя по опыту, блядь. По опыту, блядь. Так, Медфокс, Притон или Мордаут? Так. Тогда я пас. Тоже получит. А пуха у вас какая? У меня журавль стоит, 260-й там. Журавль, тигрица! Ой. Богомол! Панда! Богомол, обезьяна! Пуха, какая у вас в Мейнхенде? Я стою в сапе нахуй бесконечно. Какая? Травма. Это кто говорит вообще? Это Мэтт Фокс говорит вроде по голосу. Причем тут травма? Я про сову спрашиваю. Не, сове не надо, это катушка. Притон, у тебя какая пуха? Слича есть? Мордаун? Ну, с обычки, я хочу с Герой взять. У меня теленаска, но я говорю, мне это похуй. Ствол, дружище. Притон, тебе надо? Это не Лексингтон. Руки прочь от теленаски, нахуй. Да ты с теленаской заучишь. На Эрдрут смысла нету, блядь. Ну, хвостатом. Вы там долго будете, блядь. Руки от теренаски убрали? Блядь, хуй знает. Короче, на притон, нахуй, если не надо, там кому-то отдашь. Чё, сколько не было, да? Бля, бы сейчас такую на музычку на колонке включил бы. Минус. Боюсь, нахуй. Слава замутит, нахуй. Танки бичи, блин, на пулов нет, блин, нихиля не танкует, нихуя. Чего, блядь? Хиль давай, велашу, блядь, хоть ты и мёртв. Я не достаю, я, блядь, я за углом сдох. Чё там вайпаетесь, не трэш, что ли? За хуя, чувачка за углом, на. Что за углом? Блядь, чё за хуйня? Бродвей. Без окна холодно, блядь, за окном, блядь. Стоп, я зайду на вару за щитом, или ты забираешь это? Вау. Аре, мне танк аспектнуться, этих бичей сдержать. Ну, блядь, как вариант. Ну, так хуй знает, что будет, неизвестно. А так пизда рейд. Пизда рейд, да. Когда ты кашит, не можно, ты что не знал? Что-то вылетела игра, блядь. У меня есть инсайдерская информация, что в будущем ретрике будут переиграть через удар щитом. Это Лёха в ДД. Зачем? За тем, чтобы сдержать их. Кого сдержать их? Я в танк аспектнусь.
Может, рисунок. Он пожертвует своим ДПСом ради этого. Батя. Посмотрите на него, он герой. Да никто не сорвет что-то, блин. Да. Ну ок. А, ну ок, умерли. А, ну ок. Ну вайп на ребре. А, ну ок. Это уже держали, ничего нормально. Мне кажется, риснуть быстрее, чем бежать будем. Бы и добежать уже могли быстрее, если бы встали сразу, кстати. Я Вилаша первая бодра зачем. Конечно, этот пор далеко. Тут сейчас Invisible и ретрики, блядь, сорвут нахуй. Блять, сейчас, короче, шаман пробегал мимо, нахуй. Такой в спину мне кастует с глаз, нахуй. Как промах, нахуй. Такой додик, блядь. Промах. Просто капнетки собрал, нахуй. Ну, видать, хил какой-то, нахуй. Бля, вот это история. Алло, история. Пати, можно там прием, нахуй? Алло. Да тебе нельзя. Алло, Костя, РЛ. Да, реально, что ли? Пати не дает. Нахуй. Да, Костя, РЛ-ка. Я запрещаю тебе заборочит. Да, серьезно. Серьезно. Волки, бля. Че не люблю, что ты пишет? Мне уйти очень надо, сори. Что же это может означать, нахуй? Интересно просто. Наверное, ему надо уйти. Это значит только одно. Raid off. Ну, он же говорил сегодня, что его могут просто по работе блядь, туда-сюда вызвать. Позвонить, типа, да? Или нет? Ну все, расход, ебать. До завтра, пацаны. Какой расход, блядь? Сейчас ХП получить. Вы так-то начали в столько же тел, блядь, если что. Чего начали, к тому пришли? Ой. Ох. Чё никто анекдоту не травит? Так а чё нахуй тебе надо, бля? Ну, отравили, хватит уже. Да ты ему трепета там настройте, антифиль просто неси. О, кстати, ебать ты напомнил в натуре. На полу в поле дринк. Ты же говоришь, что с тебя не сорвут, ну. Чего давай, мужик? Получается наебал. Да, только если танки поменяются, ой, блядь. Подождите, может укус на танка кинуть. Подождите, дайте релогнуться, блядь. Просто тогда будет весело, блядь. Да, быстрее пока признание. У меня опять эта хуйня забагалась, ебаная скада с багноном. Как же я ее ненавижу. Удаляй багнон. Удалять скаду надо, блядь. Не, удаляй его. Ты нахуя тебе скада? Блядь, проблемы, ебаный в рот. ДТФ скачаем. Релог еще вот... быстро. Да я вот так и буду. Я после рейда нахуй поставлю ДТФ обратно. Да. Ты ебал, после... Потом, блядь, после каждого после каждой распыльной шмотки, блядь, релогаться нахуй оно надо, блядь. Да на танка возьми себе, Мэтт Фокс пригодится. Че там у тебя нету, что ли, или есть? Еще не там. Все, огонь. Верхей. Правильно. Секунду, нахуй. Ебать. Чё? Призван. Чёрт. Нормально? Ляпитики-медведики, блядь, алё, нахуй, вы чё? Всё спокойно, пацаны, там воет. Всё нормально. А чё, меня кикнули? Ну ладно. А чё меня кикнули? А мордаун-то за что? Что нахуй? Чё случилось? Холидрин кикает всех. Что происходит, блядь? Алло. Холидрин кикает, говорю. Костя, что там? Блядь, за что кикнул? Плюсуйте, блядь. А нахера ты кикнул ты? Я? А кто их кикнул? Чё, охуели, блядь, там? Ясно, блядь. Пиздец. ГП ни за что. Чего упало? Ещё скажи, что я ГП раздал. Ну да, а что, нет? Ну, была б возможность, дал, но... Зачем ГП-то? Можно нормальную причину. Заеблю медведей. За хуйню в голове. За какую хуйню в голове? Не, серьёзно. Ты стабав, блядь, хуйня какая-то ебаная.
Че, дрожишь, что ли? ГП за вот эту вот хуйню? Я че, рейд вайпнул или че? Рот закрой. Вот другое дело, нахуй. Дайте пристабаф, алло, люди добрые. Пристабаф. Да, можно снова бафы, пожалуйста. Другое дело будет другой гильдии, сейчас допиздишься еще, нахуй. Здесь еще такое что-то увижу, нахуй, с вас, нахуй. С Мурлокоса и с Катрисией. Я вас предупредил, нахуй. Ладно, мы гейрос пола даем или как? Да. Нет. Да. Почему нет? Гера после второй датки. А, ну, да, там же. Ой, вы, блядь, умницы, нахуй, да, говорит, сразу. Ну, я спрашиваю, когда. Ну, я тебе ответил. Чё? Кто зеркало держит? Юлия или Костя? Тишина. Юля держит зеркало. Всё хорошо. Она вообще будет лай... А, будет, я понял. Войда укусили, что ли? Она его первым грызанула, блядь, прикинь. Ну я понял. Он под крыльями прожал. Да, он специально таунт нажал, чтобы она его грызанула, 100%. Ёбана в рот. Еба, Ром, ты чего, Ромчик? Ты чего, Ромчик? Да я бабл залазил, сука. И чё ж бабл, блядь, разница? Так скидывай. Падаем, падаем. Нет. Бабл не скидывай, чё он скидывает-то? Скидывает? Дайте диван, дайте диван. Должен скинуть. Он всегда да, скидывал. Миндарка. Да, только нет, я один хуй сдохну. Он все равно да, скидывал. Кость, Вилаша, дай диван. Так ты узнаешь, а я... На мне диван. В рейд это транквило. Богатин, в рейд это транквило напиши. Перекур. Нет, может... он просто под крыльями зашел сразу и все, вот и все. Да господи, мы же топорофлили, что типа он... Че, мы танкилу ждем или бьем без него? Как без него, ты че? И вот сколько ДПС влетело вообще в первые секунд 40? Ноль. Там хилить было нечего. Без транквила нельзя, ДЦ тут вообще... Ну скидывай, он просто, скорее всего, что-то прожал или крылья, может, боб какой хуй знает. Да не было, то есть я четко увидел, как у меня бабл вжался и повесился на него КД. То есть я начал отбегать? Возможно... Да.